Впервые выборы губернатора Алтайского края могут пройти под контролем общественных наблюдателей. С такой инициативой выступила краевая избирательная комиссия. Накануне в правительстве региона прошел круглый стол, где обсуждался данный вопрос. Принимать решения по наблюдателям и вносить соответствующие поправки в Алтайский кодекс о выборах, референдуме и отзыве будет краевое законодательное собрание. Крайизбирком уже направил туда все необходимые документы. По словам председателя избирательной комиссии региона Ирины Акимовой, привлечение общественных наблюдателей сделает досрочные выборы губернатора еще более прозрачными и законными. Если депутаты АКЗС инициативу одобрят, то 9 сентября за ходом голосования будут наблюдать порядка 2000 общественников. Это члены общественных организаций края. Назначать их будет Общественная палата региона. Алтайский край, как и ряд субъектов Российской Федерации, должен определиться с очень важной для себя позицией в сфере легитимного проведения избирательных кампаний, чтобы наша позиция была не просто заявлена, а она нашла свое воплощение уже в конкретных законодательных нормах, распространяемых на все ближайшие избирательные кампании. Инициативу краевой избирательной комиссии АКЗС рассмотрит в конце августа на очередной сессии. Тогда же рассчитывают представители краизбиркома и будет принято окончательное решение.